Депрессия может случиться с тобой в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Неважно, из какой семьи ты, и неважен твой возраст или пол. Это может случиться абсолютно с каждым, и это нормально, этого не стоит бояться. Это не просто грусть какая-то, а это именно вот состояние абсолютной пустоты. Не иметь даже достаточно энергии, чтобы пойти на кухню и поесть. То есть, когда ты со стороны смотришь на это и сам не сталкивался, ты думаешь, что это довольно просто и можно побороть силой воли или типа того? Большая черная клякса, которая расплывается, наверное, вокруг тебя, ну, вокруг тебя, и с каждым разом она становится все липче, как-то гуще. Когда голова заполняется водой. И все какое-то такое неживое и ненастоящее. Люди тоже ненастоящие, какие-то роботы, которые просто куда-то ходят и все. Помню, как вышла из автобуса, проходила мое кладбище, и я завидую всем, кто лежит в могилах, потому что они уже умерли, и для них все прошло, они ничего не чувствуют. Это был, наверное, первый раз, когда я планировал суицид прям конкретно. Чуть был довольно близок к тому, чтобы его реализовать. Как-то. Да, в последний момент просто не то чтобы одумался, просто мне стало страшно. Не было друзей, не было никаких интересов, я просто существовал, по сути. Плакал в школе и в общественных местах. Казалось, что никто не понимает, в том числе и родители. Моя мама очень старалась меня как-то поддержать. Моя мама понимала, что со мной что-то не так. Да, твоя мама видит себя в таком состоянии все время. Ты чувствуешь просто неимоверную вину. Легче не станет до тех пор, пока ты начнешь именно лечиться. И только врач может в этом действительно помочь. И вот когда я все это принял как есть, тогда мне стало легче как бы. Мне всей ситуации помогло то, что у меня есть дети. Что я должна их поставить на ноги. И что кроме меня у них нет никого. Что на самом деле мы живем для того, чтобы испытывать какие-то эмоции, для того, чтобы что-то проживать, для того, чтобы взаимодействовать друг с другом. В этом как бы какой-то смысл, наверное, заключается в том, что мы живем.